За последние месяца главной краснодарской забавой стало купаться в парке Краснодар в технической воде, в фонтанах. Детей трудно удержать, но дети делают то, что делают взрослые. Они смотрят на взрослых и вместе со взрослыми освежаются в фонтанах, где купаться не только запрещено, а еще и опасно. Страшно отправлять детей в фонтан купаться? А вода, то, что техническая, не пугает? Как вода? Теплая. Часто купаетесь? Нет. Первый раз? Да. А вы знаете, что здесь вода грязная и техническая? Ничего? Все купаются, и вы тоже? Да. Я вижу в парке, вся семья ножки мочила. Вы купались? Как вода? Великолепно. А вы знаете, что запрещено купаться? А мы не купались. Вы не купались, вы просто прошли? Нет, мы ходим просто по воде. Здравствуйте. А у нас, наверное, в Краснодаре это летняя забава в фонтанах купаться. Здесь не только купаться нельзя, здесь даже ноги мочить не рекомендуется постоянно. Ну вот, и родители приводят. А ты не знала, что нельзя купаться? Мы вообще из Феодосии. На поступление приехали, решили у вас погулять. Охладиться. Ну да. Часто плаваете? Здесь первый раз. А вы знаете, что запрещено даже ходить? Да вы что? Ну, нигде никакой держите. Ну, это фонтан, это общественное место, купаться запрещено. Мы не знали. Если бы было написано, поверьте, мы бы не пошли. Ну и обойдя все водные водоемы, которые находятся в парке Краснодар, мы не встретили ни одной таблички, что купаться запрещено. И, как говорится, у нас в России, если не запрещено, значит можно. Так думают многие жители города Краснодара и приводят своих детей в купальных костюмах, подготовленные с полотенцами. Но, наверное, для места общего пользования это такое поведение некрасивое.